Мост через Бухтарминское водохранилище достроят в 2024 году, а в двух вновь созданных районах, Катонграгайском и Маркокольском, уже весной начнется ремонт и строительство административных зданий, объектов образования и здравоохранения, спорта, культуры и досуга. Об этом рассказал аким области Ермек Кушербаев на встрече с жителями приграничных районов. В Курчумском районе на встрече с жителями аким области отметил, что на строительство и реконструкцию магистральных каналов, водохранилищ и дамб планируется потратить около 2 миллиардов тенге. Это позволит увеличить посевные площади и пастбищные угодья. В коворкинг-центре Ермек Кашербаев поговорил со школьниками на английском и оценил уровень их знаний. На платформе коворкинг-центра проводятся уроки истории и географии, а на онлайн-занятиях учащиеся изучают английский язык с носителями. И Маркокольском районах глава региона осмотрел здания, где будут размещаться государственные структуры. Сейчас разрабатывается документация на ремонт. На встрече с жителями Ермек Кашербаев отметил, что уже есть понимание процессов. Вот такие совещания или такие встречи устраиваются с тем, чтобы хотя бы часть какую-то услышать. Потому что в большинстве случаев проблемы системные. Вопрос стоит в том, что просто мы должны предпринять усилия для устранения. Если не получается, должны сказать, а как это сделаем и когда это сделаем. Посещая информационно-туристический центр, аким области отметил, что интерес к Катонкарагайскому району растет с каждым годом. Туры продаются в странах СНГ и за рубежом. Со своей стороны, власти готовы поддержать бизнес-проекты в туристической сфере. Ирина Якунина, Ренат Джумагулов, Астана Таймс, Восточный Казахстан.